Ульяновцев приглашают на благотворительный концерт, средства от которого пойдут на поддержку Софьи Стуловой. Малышка родилась 6 лет назад, 1 января, совершенно обычным ребенком. Новогодний подарок, даже новогоднее чудо. Долго имя ей подбирали очень. То есть, ну вот увидели Софью, вот натуральная Софья. Она росла очень обычным ребенком, энергичным. Рано пошла, рано стала разговаривать. Беда пришла неожиданно, врачи долго не могли определить, что же не так с девочкой. Она побежала, и у нее отказали ноги, она упала. Пришел нейрохирург с областной. Вот, и сказал нам то, что у вас нет ничего хорошего, у вас опухоль головного мозга. Самое сложное было, когда она впала в опухоль. За свои 6 лет Софья перенесла множество операций, получив инсульт и эпилепсию. Но надежда на жизнь и восстановление есть. Чтобы помочь собрать средства на реабилитацию, группа «Авокадо Бэнд» даст благотворительный концерт «Поверь в мечту», который состоится 29 мая на Летней плазе торгового центра «Аквамолл». Организаторы обещают музыкальный фейерверк из популярных хитов и авторских композиций, а также множество сюрпризов, которые вызовут у каждого гостя бурю эмоций и непередаваемого восторга. Сбор гостей 18:30.